Сегодня, дорогие ребята, к вам в гости прибыли депутаты Народного совета Донецкой Народной Республики первого созыва, наши горловчане, среди которых наш постоянный гость и друг Григоренко Юрий Алексеевич. И он же наш первый помощник и спаситель, который помог утеплиться нам и подарил нам стекло. Давайте скажем всем спасибо ему. А вместе с ним женщина, которая была с первых дней рядом с нашими детьми, буквально с 13 сентября 2014 года, когда в трудное время, когда город бомбили, когда была война, и в это время по распоряжению в то время главы администрации нашего города Олега Владимировича Губанова, который тоже среди гостей и который в настоящее время является председателем организации «Свободный Донбасс». Вот он моргает, да? Вот Олег Владимирович распорядился открыться нам во время войны, принять детей, потому что некуда было девать. И первым, кто прилетел, посмотреть на те условия и возможности, которые мы можем предоставить детям, это была Татьяна Трофимовна Демченко. На счет три. Раз, два, три. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Я год у вас не был! Какие славные ребятишки, девчонки и мальчишки. Дед Мороз, а где же ты свою внучку потерял? Где же Снегурочка наша? Да, Дед Мороз, где ты ее потерял? Вот я старый, не уберег внучку. А где же она? А вот не знаю, где ты ее потерял. А, наверное, а вот она, кажется, она идет. Ой, вот, нет, это точно не она. А ты кто такой? Я откуда ты взялся? Я с юга, с Африки. У нас на севере нет таких. Щелк, кто же это? Волк! Медведь! Молодец! Неправильно! Косолапы ноги! Зиму спит в берлоге! Догадайся ответ! Кто же это, дети? Я! Хитрая плутовка! Рыжая головка! Хвост пушистый! Краса! И кто же это? Лиса! Правильно! Давай же нам скорее нашу Снегурочку! А то уже скоро праздником у нас без Снегурочки елка не зажжет! А нет! А вы еще со мной потанцуйте! Нам еще и танцевать с тобой придется! Конечно! А вы думали, я просто так верну вам вашу Снегурочку? Да. Мы без Снегурочки не зажжем нашу елочку! Ну, давайте танцевать! Мойсте! Давайте с вас уже никак! И на носу, на животе, коленях и на...
Снегурочка! А, Снегурочка пришла! Внучка пришла! Ну вот она, ваша Снегурочка! Ничего с ней не случилось! Здравствуйте, ребятишки! Здравствуйте, взрослые! Как я рада всех вас видеть! А как вы выросли за целый год! Обезьянкой! Шалунишка обманула меня, но я на нее не обижаюсь. Она всего лишь хотела порезвиться. Ну простите меня, пожалуйста. Простим ее, ребят. Простим. Добро нужно делать под Новый год. Правильно? Правильно. А какая елка у вас красивая. Ну почему же она не горит? Потому что тебя Снегурочки не было. Давайте скажем волшебные слова. А какие волшебные слова вы знаете? Да. Раз, два, три. Елочка, гори! Ура! Загорелась елочка! Зеленые елочки, лапки есть и колочки. Кто на елочку похож? Похож? Круглый и колючий. Настоящего медведя, да. Да, настоящего муравья, обезьянку. А самое главное, нас порадовала обезьянка, потому что следующий год это год обезьянки, да? Поэтому обезьянка сегодня самое главное, после Деда Мороза и Снегурочки. И вот мы настолько уже проникнулись этими сказками, что боимся, что реальность немножко потеряли. Как бы нам теперь к ней вернуться, даже не знаем. Но мы хотим поблагодарить вас за такие прекрасные выступления, не просто словами, а сладкими подарками. Подарки в студию! А спасибо! Спасибо, ребята! Пожалуйста! Вам и весело! Еще приезжайте! Теперь куда сесть? Давайте, подарок от чистого сердца. Наш скромный. Кроме того душевного, который подарили наши дети, я хочу от имени всего коллектива, от имени всех детей, лично от себя, сказать огромное спасибо за ту материальную помощь, которую вы нам оказали, за стекло, которое вы в трехдневный срок доставили в наш центр. Огромное вам спасибо, что вы наш друг, за то, что вы есть. Спасибо большое. Спасибо. Вы радовались жизни и не думали о том, когда будут у вас стекла или будет у вас тепло. Вы думали намного о больших своих мечтах. И пусть они в новом году сбудутся. С Новым годом! Спасибо! Анжелика Александровна, дорогая наша любимая. Поздравляем вас с шикарным праздником, Новым годом. Желаем вам всего самого лучшего. Счастья, здоровья, денег, поменьше детей, когда конечно, повзрослее, чтобы были, потому что с маленькими не справляются. Денег побольше, чтобы никогда снаряды сюда больше не прилетали, чтобы тут сделали классный ремонт, чтобы вам все доверяли, вас все любили, вам все верили. В общем, поздравляю с Новым годом, желаем всего самого-самого-самого лучшего. Главное, мирного неба над головой,